любой человек, конечно, эмоции бурлят, но надо не дать показать свои эмоции для спортсмена, чтобы он тоже не волновался и спокойно проходил квалификацию и финалы. Переживаю и волнуюсь вместе со спортсменом, только даже, наверное, пытаешься вместо спортсмена или вместе с ним сделать выстрел, и иногда это не получается, и хочется, чтобы тебя услышали. Я думаю, все-таки спортсмену сложнее, потому что он должен выполнять определенные действия, которые связаны с оружием. Вот. Мне все-таки полегче. Я переживаю только за спортсмена. Когда спортсмены стреляют, такое ощущение, что стреляю я вместе с ними. Когда был спортсменом и тренером, мне то же самое говорили. Я думал, да нет, такого быть не может. Но теперь ощущаю это на себе. Даже, я бы сказал, наверное, не то, что я стреляю, а как будто в два раза сильнее эмоции, чем если бы я стрелял. Тренеру. Ну, я была и там, поэтому вот. Поэтому сам ты можешь все, что угодно сделать, ну и как бы ты отвечаешь сам только за себя. А когда отвечаешь уже за кого-то, то это сложнее.